Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня мы с вами готовим хлеб. Обычный белый хлеб из 4 простых ингредиентов. Это самый простой хлеб и самый-самый вкусный. Я его готовлю практически каждую неделю. Итак, приступим. Нам понадобится 500 грамм муки. Мука желательно первого сорта. Это может быть макфа. Она мне, кстати, очень нравится. Или алексеевская, которая вот голубая пачка. Там, ну, действительно, там мука очень хорошая. Вот. Также, ну, вы можете постепенно подобрать свою. Пробую. Соль 10 грамм, это 1,5 чайные ложки. Вот она у нас соль. Соль я беру абсолютно любую. Дрожжи 10 грамм. Если у вас пачка дрожжей, например, 12 грамм, то пускай будет 12. Если пачка 10 грамм, то пускай будет 10. Не надо открывать вторую пачку и добавлять эти 2 грамма. И также вода 450 грамм. Вот. А первым делом мы с вами что будем делать? Нам понадобится еще одна чашечка с сахаром. Здесь у меня сахар 2 чайные ложечки. И сюда мы высыпаем дрожжи. Я дрожжи всегда растворяю. Смотрите, их можно просто в стаканчике растворить, ну, перемешать ложечкой. А можно сделать так, чтобы они поднялись. Чтобы они поднялись, нам понадобится сахар. 2 чайные ложечки. И все это мы с вами заливаем водой. Можно тепленькой. Оп. Водичкой. И все это оставляем набухать, настаиваться минут на 15. А пока они набухают, я сейчас вам покажу формы, какие можно использовать формы, и также немножечко расскажу о дрожжах, которые использую я, и что я за это время все узнала. Так, ну вот, смотрите, наши формы, это все те формы, которые у меня есть, и которыми я пользуюсь часто. Например, вот эта вот форма, это из Икеи, она слишком длинная, она не подходит. Здесь нужно будет либо делать 2 куска хлеба, ну, то есть куска теста, то есть не 500 грамм муки, а побольше, если вы будете печь большой. Потому что если такой вот маленький, ну, не знаю, мне не понравилось. Эта форма у меня из фикс-прайса, она подходит, все супер. Но вот это вот антипригарное покрытие, оно остается на хлебе, вы его едите каждый раз. И потом, когда это антипригарное покрытие уже слазит, то хлеб начинает пригорать. То есть эта форма не многоразовая. Там, ну, раз 20, 30, 40, может быть, вот, чтобы спечь хлеб, ее хватает. А потом вы просто ее можете выкинуть. Эта форма уже с покрытием черным. Здесь тоже она прилипает. Даже видно, что у меня осталась грязь. Она конкретно прилипает. Она тоже не подходит. А подойти может, кстати, стеклянная. Но в основном люди боятся, что она может треснуть. И вы потеряете и форму, и хлеб. То есть, ну, это немножечко опасно. А стеклянную можно использовать любую. У меня вот такая, например, есть для батона. Это крышка там от какой-то формы. А квадратная, круглая, там, какую угодно. Но самое-самое главное, идеально подходит алюминиевая. Алюминиевая посуда. Это мало где говорится. Я очень много прочитала литературы. Очень много отзывов, комментариев. Допустим, такой вот маленький ковшик. Здесь можно испечь маленький хлеб или половинку, допустим, если вы живете одна и кушаете долго очень, то можно все ингредиенты поделить напополам, например. Или вот такой вот ковшик уже с ручкой. То есть он тоже, в принципе, подходит, будет круглый, высокий хлеб. Вот, сейчас я уже пеку вот на такой форме. Мне очень она просто безумно нравится. Он получается и высокий, и довольно здесь много места. И, ну, мне нравится. Вот алюминиевая, он почти не пригорает. Бывает пригорает, если вот здесь вот плохо помоешь. А так бывает даже иногда, что он сам выскакивает. Переворачиваешь, и оно выпрыгивает. А также в магазинах есть магазины, в которых продают алюминиевые формы. Именно для хлеба они квадратные. Но, как правило, такие магазины — это какие-то очень маленькие магазинчики, малюсенькие, которые находятся на окраинах города. Это я уже пока искала, пока мне было вот нужно,
Я об этом узнала. Сейчас у меня уже столько много форм, и я просто не буду покупать. Также алюминий не должен быть прям тоненький. Не должен быть алюминий тоненький, то есть он должен быть плотненький. Вот именно вот те формы, они стоят где-то от 350 рублей и выше. У них прям алюминий там толстый. Вот, то есть тоже ищите в своем городе, смотрите. А кто живет в Самаре, я могу вам дать два магазина, которых я знаю, где они продаются. Можете мне написать в комментариях. Также вот такая вот форма, это из-под хлебопечки. Здесь просто высокий хлеб, да, вот эта вот она съемная. Но здесь маленький тоже есть минус. Если вы планируете покупать хлебопечку, то вы должны знать, что вы к ней будете очень долго приноравливаться. То есть у вас может получиться хлеб не с первого раза. Я к своей привыкала около 5 лет. У меня вот именно здесь хлеб получался то он сырой, то он черствый, то он в основном вот сырой какой-то, то он слишком тяжелый, то он что-то с ним вечно было не так. Вот. И потом я просто здесь начала перемешивать, а испекать уже в всяких вот таких вот формах уже отдельно. Вот он там размешивается, потом пекется, там все это занимает 3 часа. Вынимаешь, а он наполовину сырой. Ну, как бы неприятно, если честно. То есть 3 часа ждешь хлеб, и в итоге он сырой оказывается. Поэтому вот я начала все это перемешивать и выпекать просто в других формах. Для меня это так легче, проще. Так, и давайте я также вам расскажу про дрожжи. Вот моя коллекция дрожжей. Здесь вы видите, что дрожжи у меня совершенно разные есть. Давайте начнем вот с этих. Это, наверное, самые дорогие среди всех вот этих вот. Сафвелюр. Он, по-моему, еще как-то по-другому называется. Есть синенький, красненький. Его продают во всех магазинах. Это тоже там как быстродействующие, сухие. Там тра-та-та. Честно говоря, они мне не понравились. Хлеб пахнет дрожжами. Сколько бы ты ни добавил дрожжей, чуть-чуть совсем, как положено, как следует инструкции, то есть, ну, рецепту следует, да, все равно пахнет хлеб дрожжами на следующий день, и следующий. Мне не понравилось. Я не смогла пользоваться. То есть, это мы убираем. Следующие, наверное, мои были, это вот эти вот дрожжи. Вот такие вот. Здесь 12 грамм, то есть ровно. Это очень удобно. То, что не 6, там не 9 грамм, не 8, там как бывает в некоторых, а сразу 12. Они продавались в Ашане. Сейчас их, к сожалению, у нас уже очень давно нету. Не знаю почему. Но они очень классные. И хлеб, вот сначала испекешь, пахнет дрожжами. Ну, так всегда. А на следующий день он все, уже не пахнет. Они дешевые, они стоили 10 рублей, по-моему, где-то даже. Даже не знаю, может быть, даже и меньше. Нет, наверное, рублей 5 они стоили. Да, они, по-моему, очень дешевые, самые дешевые дрожжи. А стоили, наверное, рублей 5. Вот, потом они исчезли. Я поехала в Ашан, их не нашла. И в Ашане купила вот эти вот все дрожжи на пробу. Вот так вот сделаем. На пробу. 4 пачки разные. То есть тут тоже дешевые. Вот эти, ну, ашановские, да, они совсем дешевые. Эти ашановские совсем дешевые. Вот эти, вот это чуть подороже. Купила 4 разных, каждого по 3 штуки. Ну, попробую, в принципе, мне понравились все. Ну, и тут, в принципе, так не пахло, более-менее нормально. Но это как-то считается дешевые, и я как-то не очень хотела ими продолжать дальше пользоваться. Как-то немного страшновато, хочется чего-то более подороже. Вот. Ну и вот эти, в принципе, мне понравились. Ну, более-менее так, нормальные, можно иногда пользоваться. Но вот эти вот мне прям понравились очень сильно. Здесь у них быстро поднимается, ну, короче, очень хорошо поднимается хлеб в 6 раз. То есть вот такие вот дрожжи очень подходят для больших форм. Она реально, ну, действительно поднимает хлеб. И хлеб после них не черствый, ничего, он такой мягкий, нежный, хороший. Вот, в следующий раз я отправила мужа в Ашан, он мне накупил очень-очень много таких дрожжей. Ну, я обычно сразу покупаю штук по 10, по 20, по 30, чтобы мне хватило надолго, чтобы не ездить каждый раз. Они мне понравились. Вот. Ну, конечно, они подымают, что-то в них такое, как бы я знала, что у них что-то находится, потому что они подымают хлеб очень хорошо, чем, допустим, вот эти вот.
И меня как бы это смущало немного. Потом в светофоре я купила вот эти дрожжи. Здесь 50 рублей, по-моему, она стоит. Пачка целая. Здесь 100 грамм. То есть, в принципе, это выходит очень-очень выгодно. Вот, попробовала. Мне они понравились. Сейчас я пользуюсь вот этими дрожжами. Первый день запах дрожжей есть, когда вы только-только приготовите хлеб. А на следующий день все, его нету. Вот, ну, единственное, надо готовить хлеб из муки первого сорта. Ну, про муку я вам рассказывать не буду. Я думаю, в вашем городе много разнообразной муки. И в самом начале я вам сказала, в принципе, какая мука. Маква подходит. Ну, маква считается не очень, конечно, мукой. Там якобы что-то добавляют. Ну, есть алексеевская, голубенькая. Она очень хорошая, она мне очень нравится. Я в основном пеку из нее. И вот эти вот все дрожжи. Там вы смотрите уже в своем городе, какие есть у вас дрожжи. Да, еще маленький момент. Чем дрожжи дешевле, тем они лучше. Вот по этим дрожжам я заметила. Эти дрожжи дорогие, они плохие, мне не понравились. Запах дрожжей в хлебе остается и как бы не очень приятно. Хочется почувствовать запах хлеба, а не дрожжей. Вот эти все остальные, они дешевые. Особенно вот эти, вот это вот получается очень дешево. То есть они дешевле и все супер. Хлеб первый день пахнет, дальше не пахнет. Поэтому вам тоже такой совет. Чем дешевле, берите дешевые, самые дешевые дрожжи. И у вас хлеб будет пахнуть хлебом, а не дрожжами. Так, и мы с вами переходим к готовке хлеба. У меня вот здесь вот уже дрожжи, смотрите, уже набухают. Уже все. Сейчас мы будем с вами готовить. Единственное, знаете, вот в этом неудобно то, что приходится каждый раз взвешивать эти дрожжи. То есть тут добавим мешочек и все. А тут каждый раз взвешиваешь. Вот это вот неудобно. Было бы, конечно, удобнее, если бы в этом большом пакете были бы такие вот маленькие уже, заранее взвешенные. Ну, тут, я думаю, можно что-то придумать. Итак, смотрите, наши дрожжи уже почти подошли. И мы можем с вами дальше продолжить печь хлебушек. Смотрите, я буду выпекать, вернее, перемешивать хлебопечки. Если вы будете перемешивать руками, то дальше их добавляете так, как вы делаете обычно тесто. Там жидкое, потом сверху муку. Или, может быть, там как-то по-другому муку, а потом сверху жидкое. Вот. Я буду делать хлебопечки, поэтому у меня вот такая вот чашечка. И я сейчас буду добавлять сначала все жидкое, а потом муку в последний момент. Поэтому мы здесь вот все двигаем. Так, наши дрожжи. И наша чашечка. Так, добавляем соль 10 грамм. Это 1,5 чайные ложечки. Нашу воду. И также у нас есть дрожжи. Дрожжи можно, в принципе, уже и помешать. Здесь вот видите, немножечко они всплыли, вот они уже готовы, уже запузырились, уже все готово. А также вы можете использовать свои домашние дрожжи, опары там или как это все называется, я уже не знаю. Это я уже не знаю, как это все делать, это вы можете найти в интернете. Мне проще с дрожжами все это делать. Размешали. И теперь мы тоже все это выливаем в форму нашу. Опа. Так, и теперь пришло время у нас муки. Муку нужно обязательно просеивать. Это обязательно. Чтобы она у вас обогатилась кислородом, и хлебушек у вас был мягенький и вкусненький. Просеивать также можно по-разному. Можно вот такой вот стаканчик, например, да, вот он нажимается и все летит. Или, например, можно использовать вот такое вот ситечко. Я его обычно вот так вот клала боком, кидала туда муку, ее двигала вот так туда-сюда, и она у меня просеивалась. Это вот как раз вот в самом начале моем времени, когда я только начинала учиться готовить хлеб. У меня не было такого
ситечко стакана, который вот просеивает. Я просеивала так. Вы просеиваете, наверное, как вам удобно, если у вас есть такой типа душлаг, есть, может быть, какое-то что-то еще, но обязательно надо просеивать. И давайте приступим. Мы набираем мукой полный стакан. Я обычно набираю сразу полный. И просеиваем. Так, ну вот смотрите, мы здесь разравниваем нашу кучку. И все это дело отправляю я в хлебопечку. Так, это у меня, смотрите, программа 16-я, 1,5 часа здесь, то есть она у меня и перемешивает, и потом его погревает, чтобы поднять немножко тесто. Нажимаем старт. Она начала мешать. Так, ну вот смотрите, наше тесто. И теперь нужно вот эти вот края выровнять. Макаем вот так водичку. Теперь отправляем все это в духовку, чтобы это у нас все поднялось. Можно батарею, как вы обычно делаете. И потом выпекаете при 200 градусов до золотистой корочки. Ну вот, смотрите, получился у нас такой вот хлебушек в форме. Конечно же, он поднялся. Вот мягенький. Сейчас мы его с вами вытащим. Ну вот, мы вынули с вами хлеб. Сейчас он здесь очень такой мокренький. Вот, в принципе, на пальце видно, что он мокрый. Лучше всего в таком положении его оставить на несколько часов. Если вы сделали хлеб вечером, то можно оставить на всю ночь, и ничего страшного не будет. С утра проснетесь, у вас уже будет хлеб, и здесь вот должна у него появиться корочка, то есть это все должно высохнуть, это должно пройти несколько часов. Вот. Ну, в принципе, если он у вас остынет, то можете его кушать. Если вы его, допустим, так разрежете, покушаете, да, какую-то часть сбоку, вы его можете перевернуть, и пускай он у вас дальше отдыхает, то есть, чтобы он дальше вот здесь именно получилась корочка. Если вдруг у вас в пакете, вы видите, что у вас пакет мокрый, хлеб тоже стал влажный, то мешок выбрасывайте, хлеб вытаскивайте, переворачивайте, если он у вас также отрезанный, переворачивайте его на бок и тоже ждете, чтобы он вот тут у вас все высохло, чтобы получилась корочка обязательно. То есть, такие вот вам много-много советов. А сейчас мы его с вами подождем. Вот он мягкий, он очень-очень ароматно пахнет. Очень вкусный, очень уже даже хочется хлебушек. Но сейчас мы с вами подождем. И потом я вам чуть-чуть попозже покажу, когда, каким он уже стал. Через пару часиков как раз. Сейчас видите, что вот он мягкий. Видно, что даже он такой липнет немножечко. Палец влажный. Вот. То есть он обязательно должен остыть. Не обязательно его там в полотенце заворачивать. То есть вот. И оставляем его вот так вот. Вот. Через пару часиков посмотрим, какой он стал. Вот, смотрите, хлеб готов. Половинки уже нету. Сын у меня съел, не удержался. Хлеб получается очень мягкий, очень вкусный. Вот видите, да, что он мягкий. Здесь вот корочка уже получилась. То есть он у меня и пару часов постоял попкой кверху. И здесь уже все хорошо. Можно оставлять на ночь. Будет немножечко, может быть, пожестче, но нормально. Он уже и в пакете успел полежать. Вот он, видите, мягкий. Вот здесь тоже очень мягкий. Он не сильно, кстати, крошится. Ну, крошится просто обычно, как крошится. Вот он.
очень вкусный, свеженький. Сегодня ему как раз вот уже утро наступило у меня. То есть почти к вечеру будет ровно сутки. Вот, готовьте вместе со мной. Также у меня, кстати, на канале есть обзор разной муки. Вот, посмотрите их, выберите свою муку. А здесь у меня мука первого сорта, поэтому он не крошится. Второго сорта, я замечаю, хлеб крошится. Ну, а также смотрите, у всех все по-разному. Вот. Но хлеб очень вкусный, мне очень нравится. Мы пекем его каждую неделю. Вот. Бывает, я знаю, что может хлеб пролежать от 8 до 10 дней. То есть только потом появляется плесень. Но, возможно, будет зависеть от дрожжей, либо от муки. То есть, ну, бывает по-разному. За все это время, конечно, я уже сменила много дрожжей, поэтому есть разница. Вот. Ну, покажу вам, давайте, еще поближе немножечко, какой он получается. Вот, запекаете до золотистой корочки. Можно даже, чтобы она еще была немножечко потемнее, там, позолотистее. Вот, это, может быть, я даже еще рано выключила. Вот. Ну, с этой стороны всегда будет одинаково. Вот, а здесь можно даже, чтобы изгорело. Вот в этот раз у меня вот он выпекался час. Вернее, вместе с тем, чтобы подняться и выпеканием. Был час. Бывает по-разному. Бывает, он только поднимается целый час. И потом еще целый час выпекается. То есть, бывает по-разному. Видимо, это зависит от того, все ли соседи дома или нет. Пользуются ли они светом. Вот. Вот так вот. Такой мы с вами хлебушек приготовили. Я надеюсь, что я ответила на ваши все вопросы. И что у вас не останется ни одного вопроса, как сделать хлеб дома. Вот. В любом случае, пишите свои вопросы, пишите в комментариях, в YouTube. Комментарии там будут открыты. Вот. Так что экспериментируйте, добавляйте, пробуйте, готовьте. Также, если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете написать в комментариях в YouTube. Также ВКонтакте, в Инстаграме или на почту. Вот. И также туда же отправить свои фотографии получившиеся вашего хлебушка. Мне будет очень приятно, если вы мне отправите свои фотографии. Посмотреть, как получилось у вас. И также мне будет приятно отвечать на ваши вопросы, которые будут у вас появляться. Которые наверняка все равно обязательно, но появятся. Ладно, с вами был канал ArtMania. Подписывайтесь обязательно. Будет еще много интересного. И будет еще у нас с вами ржаной хлеб. По моему собственному рецепту, который изобрела лично я. Ставьте лайки. Да, пишите комментарии, подписывайтесь, давайте. И всем пока-пока. С вами был канал ArtMania.